Доброй раніці, Беларусь, доброе утро, страна. Анна Квилория, Марианна Муренкова. Понедельник, новая неделя, 22 апреля. Какой прекрасный, удивительный день. А что же в нем еще удивительного? Где-то там в небесах ретроградный Меркурий. И как быстро он уйдет от нас, мы сейчас спросим у нашего любимого астролога, у Катерины Корневой. Доброе утро. Доброе утро. Когда он наконец-то уже соберет свои вещи и уйдет? Сколько он уже может ретроградить? Вот именно. Через 4 дня ретроградность уже закончится, и к выходным мы спокойно вздохнем. А всегда же еще какой-то постфактум воздействия, вот этот шлейф от Меркурия. Будет ли в этом случае? Я думаю, что нет. Все-таки уже много было насыщенных событий. Планетная война была, и коридор затмений был. И уже, я думаю, что все последствия мы прожили благополучно, и уже такие остаточные последние дни ретроградного Меркурия пройдут легко. То есть вот эта погода в апреле, которая портилась, это тоже все ретроградный Меркурий? Да, но еще, кстати, были же магнитные бури и солнечные вспышки. Вспышки на солнце. Сильнейшие, это тоже влияет. Кстати, да. Так что если ты не перебила еще всю посуду, то и не перебьешь в доме. Все будет хорошо. Чему вы это скажете? Мы узнаем потом. Закончился. На самом деле, да, после 26 апреля уже можно будет совершать какие-то крупные покупки, потому что пока ретроградит эта планета, нежелательно. Можно будет заключать уже какие-то договоры, контракты подписывать. Заявление в ЗАГС, например, подавать уже можно. Пока вот ретроградный Меркурий нежелательно было. Так что несите. Ну, или на старт, внимание, марш. Ну, мы говорили за кадром, что если у вас какой-то взвешенный поступок, вы там давно хотели что-то купить, там, да? Да, или да. Там что-то запланировать, то... Можно. Давно запланировали что-то сделать, да? То мы тогда приступаем к осуществлению этого даже и в этот период. Да, очень важно в период ретроградности, вот еще до пятницы все-таки он ретрограден, Меркурий, и не совершать спонтанные какие-то покупки и решения быстрые какие-то лучше не совершать, потому что это вот проделки. Анна пытается оправдать свою крупную покупку, да, в ретроградный Меркурий, все будет хорошо. Мы обсудили, что если мы ее запланировали давно, то все в порядке. Но тут еще, конечно, и нюанс есть, что сейчас Меркурий в планетной войне с Венерой. Расскажи, что это такое. Да, это на самом деле непростое положение, хотя обе планеты считаются благодетелями, то есть они негативные результаты редко дают, тем не менее Меркурий — это все-таки логика, аналитика, это разум, а Венера — это чувство. И вот здесь вот логика и чувства будут спорить, ум с сердцем могут не договориться, то есть могут быть какие-то внутренние конфликты, когда душа требует одного, то есть Венера зовет куда-то на эмоциональном каком-то порыве, а вот логика и разум холодный будет останавливать, говорит, что это нерационально, нелогично. И вот здесь вот человек может не определиться. Ему как же найти этот баланс? Как же найти этот баланс для некоторых семей сейчас? На самом деле здесь очень важно все-таки смотреть индивидуальную карту, потому что если у вас в карте рождения Меркурий сильнее, то будет побеждать, конечно, логика, и вам нужно прислушиваться к рациональному голосу в своей голове. Если у вас по карте рождения сильнее Венера, лучшего качества, она лучше расположена, то тогда, конечно же, надо прислушиваться к сердцу, к чувствам, а они не обманут. Потому что здесь очень важно понять, какой у вас голос сейчас говорит правду, а который как бы обманывает. Я представила Аню, которая сидит и пытается понять, кто же говорит. Ангелы и демоны, да, раздирают душу. Вообще, конечно, пока планетная война, лучше не принимать решений важных. Где именно вот есть вот этот конфликт. Катя, ну ты как скажешь, не принимать решения, не делать крупные покупки. Что же тогда делать? Сидеть, не совершая ошибки. До 26 апреля. Не выходи из комнаты. До 26 апреля. Тут уже осталось пару дней, и потом прям зеленый свет, тем более, что с 1 мая Юпитер перейдет в знак Тельца. Это вообще значит очень хорошо и для сферы чувственной, потому что Телец управляется как раз Венерой. Это про чувства, это про семейность. В период с 1 мая и дальше, до конца года, в принципе, будет улучшаться обстановка в личных отношениях у всех абсолютно пар. У всех. Если были какие-то разногласия, например, уже с супругом, с супругой, то они, скорее всего, наладятся. Если вот было тяжело первый шаг сделать, например, узаконить отношения, вы вот долго уже как бы как пара, и вот надо сделать этот последний шаг, то придет решимость. То есть во всем виноваты звезды, как в той книжке. Марианна Васильевна, копим деньги на свадьбу, и чувства приглашать будут нас. Да, а что же происходит с Луной? Да, Луна сейчас растет на этой неделе, и вот мы уже почти подошли к полнолунию, скоро тоже на этой неделе будет полнолуние, и в принципе, вот если, например, кто-то уже занимается посадкой рассад, цветов, то это хорошее, благополучное время, потому что пока Луна растет, считается, что любое зернышко, заложенное в землю, взойдет, и будут плоды яркие. А как же быть с этим дождем, с этим снегом в Витебской области? Какая же рассада, спросит кто-то. Я думаю, что если на подоконничке, то отлично, все вырастет в тепле, в доме.
вами можно. А вот уже в первых числах мая, ну, даже после 3 числа, уже будет не совсем благоприятные дни, несколько дней, когда где-то с 3 по 9 число, вот лучше без вот этих огороднических вопросов, потому что там будут именно для сельскохозяйственных каких-то работ не самые лучшие дни. То есть не успел огурец высадить? Все. Переждать лучше, да, переждать. Ну, можем ли мы пробежаться по некоторым знакам? Мы, например, ну, давайте с позитивного начнем. У кого будет все просто не хорошо, а супер хорошо? Супер хорошо. Давайте, наверное, начнем с тех, для кого вот в планетной войне, кому лучше руководствоваться чувствами и какими-то эмоциями. Это тельцы, весы, козероги и водолеи. Вот этим четырем знакам лучше прислушиваться к сердцу. Я считаю, этот фрагмент программы мне необходимо будет вырезать и потом показывать всем своим родственникам. Смотрите, если что, мне дали разрешение. Вся ответственность на астролог. Знакам близнецов, дев, как раз-таки лучше прислушиваться к логике, к рациональной части. А потому что у них во главе Меркурий. Да, у них все-таки Меркурий сильнее, он больше ими управляет. Для всех остальных знаков это положение достаточно нейтральное, но, тем не менее, лучше, наверное, какие-то важные решения не принимать, потому что конфликт может быть. Наиболее удачным, как мне кажется, май, например, будет для скорпионов и для тельцов. Прям очень хороший месяц для этих знаков. Ну, для остальных, в принципе, май, июнь и июль – это очень хорошие, это лучшие месяцы в году. Но еще есть очень важный день. 10 мая – это лучший день в году в принципе. Угу. Вот самый лучший, он называется Акшая Тритья на санскрите. Это положение планет благоприятное для всех абсолютно знаков зодиака. Все планеты хорошо расположены, и они несут хорошие результаты. А что такое хорошо? Пятница, между прочим. А что такое хорошо расположено? Это значит, что ни одна планета не дает негативного влияния на те сферы, за которые отвечает. А так как всю жизнь человека можно разложить на все планеты, то есть mm-hmm. под влияние всех планет разложить, то все сферы, соответственно, будут под хорошим влиянием. Mm-hmm. То есть абсолютно любые начинания этот день благоприятно. Считается, что в этот день очень важно загадывать желания, там, какие-то карты желания. Это вот наше любимое, да, загадывать желания. Не действовать, а желать, понимаешь? Еще важно, кстати, в этот день совершать покупки. Считается, что та сфера, в которой вы что-то приобретете, она будет еще больше расцветать и обогащаться. Очень благоприятно женщинам 10 мая, вот в этот день, Акшая Тритья, дарить украшения и вообще подарки. Подожди, какой полезный кусок программы. То есть, если подарить ожерелье в этот день, ожерелье будут приумножаться. А если вдруг купишь холодильник в этот день, значит ли это, что будет 4 холодильника к концу года? Будет всегда полный холодильник вкусных продуктов. 10 мая, все заметили. Главное, позитивно мыслить. Надо было сразу с 10 мая начинать. Отправляться в путешествие, опять же, важно. 10 мая. Благоприятно, да. То есть знакомиться с кем-то хорошо. Считается, что будут только хорошие, полезные знакомства завязываться в этот день. В целом, вот буквально для всего. Все, что вы не сделаете, все будет идти на благо ваше. Какой день, Марьяна Васильевна, я подарю тебе что-нибудь. 10 мая. Что-нибудь полезное, чтобы оно приумножалось. Важная информация, если для кого-то, кто во что верит, естественно, имеет вес слова карма, или вот вы в какой-то религиозной традиции, то там в этот день хорошо замаливать грехи какие-то, раскаиваться в каких-то ошибках. Считается, что в этот день можно изменить свою судьбу в лучшую сторону. Поэтому если вы очень переживаете там по поводу своего прошлого, какого-то неправильного поступка, например, совершенного, то этот день можно переработать. Совершенно верно. То есть ходить на исповедь, если вы в другой духовной традиции, просто какую-то практику совершить. Если вы искренне раскаетесь, то действительно судьба изменится. А что еще полезное делать? Возможно, какие-то бытовые вещи. Я не знаю, там, принять ванну в этот день с утра до вечера. Прекращали легализовывать свои ванны. Я бы вот так, наверное, не безалаберно не относилась к этому дню. Целый день пролежать в ванной, лучший день в году. Очиститься. Тут надо и покупки успеть совершить, и познакомиться с кем-то. И подарить кому-нибудь. И подарить кому-нибудь что-нибудь. И вообще куда-то в мир заглянуть. И отправиться в путешествие. Очень много. Ирина, как бы это все успеть? А вот ты говоришь, отправиться в путешествие в этот день. А когда лучше вернуться из путешествия. Это тоже важно. Вот, кстати, важно тоже 18 мая. Точно нельзя отправляться в путешествие, точно нельзя возвращаться. Аня, вычеркивай этот день. Лучше избегать садиться за руль и вообще находиться в транспорте, где-то у дороги, потому что очень в опасном положении будет планета Марса, она отвечает за транспорт. То есть опять не выходи из комнаты, не совершай ошибку. А это, между прочим, суббота. Нет, из комнаты можно, но пешком.
вот на велосипедах, на самокатах желательно в этот день не кататься. Он все-таки такой повышенный травматизм, может быть. И в том числе, например, если вы спортсмен или просто у вас там тренажерный зал в этот день, какая-то тренировка, лучше тоже перенести, потому что 18 мая он именно такой травматичный. Смотреть, сидеть в окно, да? Да, важно, наверное, тоже, если есть, конечно, такая возможность, не совершать никаких операций, то есть не обращаться к хирургам. Если вот прям можно перенести на другую дату, то лучше переносить, и к стоматологам ходить тоже нежелательно. Вообще ничего нельзя. Все, а что покупки можно совершить? Да, покупки все, можно. Идите по магазинам в этот день, 18 мая. Но это еще так далеко, это еще так не скоро. Всего-то 3 недели осталось. А мы живем здесь и сейчас. Спасибо. Друзья мои, это была Катерина Корнева с супер полезными рекомендациями. Прислушиваться или нет, это уже ваше дело, но мы вас предупредили.